Ну, а в Томске горожане собирают деньги на подарок 23 февраля сотрудникам местного спецавтохозяйства. Там они не только ловят собак, но еще и чистят улицы. Илья Клинкин разместил свой проект на краудфандинговой платформе «Бумстартер». На перечисленные средства он хочет купить конфеты в специальной упаковке и подарить по коробке каждому, кто чистил Томск от снега этой зимой. Таким образом, горожане смогут отблагодарить коммунальщиков за их нелегкий труд, считают активисты. По их мнению, критика работы учреждения за этот сезон не должна умалять заслуг конкретных работников. Всего на презент нужно почти 118 тысяч рублей, несмотря на внушительную сумму. Автор в поддержке своей идеи не сомневается. Я считаю, что благодарность жителям от одного жителя к другому, неважно, чем ты занимаешься, она должна быть. Я верю, что это можно набрать даже там за неделю до 23 февраля. Можно потом продлить на 30 дней и подарить, условно говоря, позже, но все-таки подарить всем.